Всем привет, дорогие друзья, с вами Главарь. Сегодня я вам расскажу о колонке от Яндекса. Она называется Яндекс Станция Мини. Вот она, прошло. О! И сразу же начнем с функции ее. Это жесты. Это можно вот так вот громко, вот так. Вообще, можно вообще выключить микрофон, нажав на эту кнопочку. Здесь Type-C, чтобы она работала. И 3,5-миллиметровый джек-порт. Давайте где-нибудь желтенький хочу. А, вот хрен там. Все, побаловался. Хватит. И это один из минусов ее. Хрен знает, когда работает жестами управления ее. Все. Не знаю, может ее надо взять, там покрутить. Она заработает, как-то нет, фиг знает. В этой колонке 3 ватта звука, так как бы не мощно, да? А значит, и звук плохой. Здесь есть управление жестами, управление дистанционное и управление голосом. Три разновидности управления, представляете, как много для такой малюсенькой. Звук, конечно, здесь такой себе, как я говорил. Давайте-ка возьмем, попросим Алису. Алиса! Включи Bluetooth. Сделано. Заходим в телефоне в Bluetooth. Уже подключена она у меня. Переходим к песням. Теперь давайте-ка достанем ту самую JBL Charge. Первую, представляете? Ей уже несколько лет, где-нибудь 5 поди. Она вышла тогда, когда? Еще когда только первые Apple Watch поди вышли еще. А это 16-й год поди где-то. Давайте-ка включим на ней. Вы слышали, на этой колонке есть среднюю громкость и максимальную. Теперь знаете, слушаем. Чем сразу же лучше эта колонка? Конечно же, звуком. И удобством, потому что если подключаешься к ней, у тебя громкость сразу на максимум, и приходится делать вот так вот. Ну или просто попросить ее. А здесь вот тут повышаешь громкость. На телефоне повышаешь громкость. Как бы просто радуешься жизни. Мне кажется, большинство бы вот этого говорит. Но для просто красоты. Это еще не максимум, потому что еще здесь переключается. Это мы сравнили с Кадиллаком. Давайте какую-нибудь там американскую включим, подключаемся обратно. И теперь слушаем. Включаем среднюю громкость. She said that I'm cool. Right. I'm like, yeah, that's true. That's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. They have fun. Y'all already know my mental. Let me give you the picture like that. Давайте какую-то лирическую там красотулечку. Бас, мне кажется, вообще баса нет, вообще не знали, что это такое. Даже здесь он есть. Еще я хочу вам рассказать о своих знакомых, друзьях, своих братанах, у которых
вышел трек уже давненько, где-то месяц, уже скоро будет. И я бы хотел, чтобы вы перешли по ссылочке в описании. У чуваков реально крутой трек. Я даже его включу, чтобы вы послушали и ждали следующие, подписавшись на их группу ВКонтакте. Слушайте. Песня называется «Фристайл». Эти темные пары оставляют следы. Зайдешь один раз и не сможешь уйти. В конце все умрут, и игру не пройти. Боже, прости меня за все мои грехи. Когда я умекро, то он горит. Я этот бит кинул, как на прогиб. Хочешь что-то сказать, ну так давай рискни. Ты врешь, это видно, пизда, доктора лжи. На бите маэстро, зови меня, батя. Пацан, ты как лупишь, тебе хочется плакать. Ты очень жалок, тайне нормально. То, что мы делаем, это нелегально. Ты им заменил воздух, да, это нирвана. Я умираю, ведь во мне отрава. Я же говорю, с первого трека у него уже все отлично начинается. Скоро у них выйдет продолжение, там второй трек, представляете? Как быстро у них все идет. Как бы, мне кажется, они достойны подписочки. Ссылка в описании. И поговорим уже наконец-то там о ценах, о сравнениях, что лучше, что не надо. Давайте начнем так. Эта колонка стоит 5500, а это на то время стоило 9000. Сейчас уже фиг знает, где ее, наверное, купишь, только если не срок или подделку. Итак, сейчас за 9000 можно себе купить, знаете что, JBL Charge 4. Итак, разница в 2500, как бы, если я не ошибаюсь, 5 плюс... 3500, считать разучился. Но это так-то большие деньги. Но если вы найдете, допустим, вот NVIDIA, Eldorado, Связной, МТС, всякие вот эти вот уже популярные магазинчики, вы можете найти там еще одну колонку. JBL Link Music Яндекс. Она стоит на 1000 рублей дороже. За 6,5. За 6,5 вы получаете себе JBL-евскую, оригинальную, с Алисой. Умную колонку, в которой не 3 ватта, а целых 20 ватт. Представляете, это как в обычных таких огромных для компьютеров, которые... А тут вот она с размером, как вот эта коробка. Реально. Нереально. Она 13 в высоту и 10 в ширину. Представляете? То есть вот где-то вот до отсюда она. При этом она тоже сетчатая, красивенькая, с проводом. Как бы, если вам, допустим, без разницы, портативная она или беспроводная, если вы, допустим, хотите, чтобы она дома была, то лучше возьмите ее. А если вы доплатите еще до 9000, допустим, 6500 до 9500, то это уже 2500 будет. А так, с 5500 до 9, это вот как раз я и говорил, 3500, то вы получите уже тоже JBL-евскую. С крутым звучанием, как и та, которая предыдущая была, я говорил, Link, Яндекс Мьюзик, та, которая 20 ватт, Bluetooth, Wi-Fi поддержка, жесты, конечно, пропадут, как и в предыдущей, но будет всякие дистанционные управления, а жесты тоже, по сути, а нет, они тоже есть там, хоть и одно-два, но все же это тоже как бы есть. Она стоит, да, 9000, дороговато, но она портативная, как вот это. Это JBL, как вот это, а значит звук охренительный, в отличие от этой. Но вот если, допустим, вы из проводных собираетесь взять какую-нибудь, да, посерединке, то это, конечно же, JBL Link Яндекс Мьюзик. Только наоборот, последние два слова. Почему-то так красивее звучит. Гения, конечно. Она потому что в два раза дешевле Макса, которая Яндекс-станция Макс, за 14 тысяч первого поколения. Второе будет стоить вам уже 20 тысяч. Это как-то дохренище. Так что, мне кажется, то идеальный выбор. Из проводных, из JBL-евских, короче, звук отпадает. Конечно, в Максе там 65 звук вот этот, мощность. Это, конечно, громко.
Ну и стоит она вот 2-3, даже в 4 раза больше почти. И вот, Portable, JBL Portable, портативный, работает 8 часов. С размерами как почти это, только она вверх ставится, вот так вот. Высоту она 17, в ширину она 9, то есть как вот это. И для нее есть специальная подставка, она только в 2 раза тоньше где-то. На нее вставляешь, прикрепляется она как-то там и заряжаешь. Это, мне кажется, идеальный вариант с умной колонкой, которая поддерживает русский язык, в отличие от Amazon, который вот HomePod вот, от Apple и других там гугловских еще есть. Много, но с русским у нас поддержка только Маруся, Алиса и все. И может фиг знает еще кто-то. Так что да, выбор очевидный, это что-то фиг знает. Так что лучше это не берите. Но если вам жалко денег и вам без разницы какой звук, то там, допустим, для ребенка в начале, то можно и эту взять. Но лучше, конечно, сразу 1000 доплатить и нормально ему достойно купить. На ней тоже можно будет спросить сказки, будильники, ставить там звучание леса, музыку. Особенно, если у вас есть подписка, то вообще там красота, ляпота. С приобретением этой вам дается 3 месяца бесплатно. Пробуйте на Яндекс Плюс, сразу же там даст. Но я вам дал совет. С тем, что она у меня была уже год. Ну вот, смотрите. Нет? Дерево, я так понимаю, оно больше. Ну, я не знаю. Самое прикольное. Они пусть, они не вывозят муки. Орешь, мы тебя замучим. Лучше вам со мной не шуть. Много делай, меньше думай. Это правило для лучших. Если что-то кто не скажет, то ты точно пожалеешь. Можешь хоть только кричать, но мы тебя не пожалеем. Они много говорят, но все равно их одолеем. Я представлю люто прям в детстве. Покури с нами, Лил Нига, ты не встаешь с места. Они пиздоболы, время поставят на место. И очень большая жопа, они влезают в мою тесту. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписаться и ждать новых видео. Всем до скорой встречи, всем пока!